Вот, блин, куда-то прилетает на трудовские. Друзья, вот сейчас мы приехали на коммунальное предприятие «Вода» Петровского района. Вот видите, как его обстреляли. Практически все грузовые машины вышли из строя, потому что были здесь серьезные обстрелы. Мы сюда привезли 100 продуктовых наборов для именно работников этого предприятия, потому что, ну вот, уже повозили здесь машины, а остальные, вот видите, посечены. По-моему, одна рабочая машина, вот, и все, больше нет. Уничтожили полностью транспорт этого предприятия. Блин, сейчас стреляют сильно. Как раз идут арт-дуэли. И сейчас мы будем здесь разгружаться. И рабочим, живущим в Петровском районе, работникам будем передавать продукты. Обстрелы продолжаются, они не утихают. Ни на минуту, слышите. Совсем недалеко приземляется. Где-то в километре от нас. Сейчас вот мы разгружаемся. Видите, привезли продукты для работников. Сейчас мы начинаем выгружаться. Ребята выносят, получается, машины свои поставили вон туда. Почему? Потому что сейчас в любой момент сюда может прилететь снаряд. И здесь очень часто попадают телефоны, вот эти, видите, они уже там повреждены. Очень часто сюда прилетают снаряды и осколками, ну, то есть осколки сюда летят. В общем, как-то сейчас не очень спокойно, да? Будем потихонечку носить. Что там у нас? Вот урожай какой. Это совсем недавно прилетели. Так, еще моя одна машина подъехала. Тоже выгружают ребята, потому что пока мой броневичок в ремонте, скоро уже должен с ремонта выйти. И уже тогда буду возить броневичком. А так вот на Виварике очень, как говорится, в душе опасно. Прошивается все насквозь в случае попадания где-нибудь рядом с снарядом. Друзья, огромное спасибо. Вот сейчас мы привезли сюда все, разгрузили. Низкий вам поклон за то, что вы помогаете людям, которые живут и работают на линии фронта, постоянно под обстрелами. И сейчас тоже очень неспокойно. Спасибо вам и низкий вам поклон. Вам спасибо большое, что не забываете, помогаете. Спасибо. Будь добро.